Собственники автомобилей, по технической неисправности которых произошла авария, должны нести уголовную ответственность. С таким предложением выступил замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Шатиров. Кроме того, по мнению парламентария, водитель, совершивший целый ряд ДТП за небольшое количество времени, должен лишаться прав, причем, возможно, пожизненно. Еще одна инициатива – наказывать за эксплуатацию грузового автотранспорта, не прошедшего техосмотр, штрафом в 15 миллионов рублей. Поводом для разработки таких поправок послужила авария в районе Подольска. Планируется, что законопроект внесут на рассмотрение Мосгордумы осенью, а затем, в случае одобрения, документ поступит в Госдуму. Если работодатель приобрел машины за 100 тысяч рублей каждую, они все неисправные, то на него надо наложить штраф 15 миллионов рублей. После этого предприниматель поймет, что выгоднее закупить нормальные машины. Нужно не только повысить штраф за отсутствие техосмотра у грузовых автомобилей, но и ввести административную ответственность для работодателей, которые сажают своих водителей в неисправные транспортные средства. Если будет наказание только для одного водителя, то проблема не решится, утверждает участник профильной комиссии депутат Сергей Гончаров.